Всем привет, мы в Дартфорде. Это родина Мика Джаггера и Кита Ричардса. Но мы здесь не ради роллингов и даже не ради Каттерхэма, чьи машины конструируются здесь. И не ради теннисного турнира. Сегодня Дартфорд – это столица самбо. По крайней мере, на время Кубка Президента. Дорогие друзья, мы сегодня присутствуем, можно сказать, по историческому событию. Сегодня проходит Кубок Президента здесь у нас в Лондоне по самбо. Дело в том, что мы все прекрасно знаем, что самбо имеет большие исторические корни здесь, в Англии. Дело в том, что вы все прекрасно помните, что самбо зародилось в 1938 году. Значит, впервые чемпионат мира прошел в Иране, где английская сборная принимала участие. И впервые в Риге прошел чемпионат Европы, где также английская сборная принимала участие и завоевала медали. На этот раз британская сборная стала одной из 8 команд, которые были разделены на 2 группы и по олимпийской системе определили между собой финалистов. В соревновании были представлены все виды самбо – спортивное, боевое и женское. И несмотря на то, что это лишь первый турнир в Великобритании, организаторы с позитивом смотрят в будущее самбо в содружестве. Да, это первый турнир в Лондоне, но мы уже с позитивом смотрим в будущее, в котором я вижу, что в каждом отдельном государстве содружества будет свой собственный чемпионат по самбо. Посетил соревнования и глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, которому первым делом был продемонстрирован Кубок будущих чемпионов. Ну, я считаю замечательно то, что такие крупные турниры по самбо, по нашему любимому традиционно российскому виду спорта, проходят в разных странах. В Японии, вот теперь в Лондоне, и участвует главная команда с разных континентов даже. Это значит, что самбо получает все больше и больше распространения в мире. Это значит, что у самбо все больше шансов стать олимпийским видом спорта. И, конечно, то, что будут самбо представлены на европейских олимпийских играх в Баку и на азиатских играх, это, конечно, огромное достижение. Кубок президента по самбо обещает преподнести нам множество сюрпризов. Для себя лично я уже один нашла. Именно эти ребята будут участвовать в церемонии открытия, и я не смогла отказать себе в возможности с ними сфотографироваться. Sorry, can I have a photo with you?